Спасибо, агент. Как я понимаю, тебе удалось спасти несколько граждан. Они наверняка теперь все грязные. Ну, ты молодец. Очень хорошая работа. И, судя по всему, нос у тебя не закладывает, как у меня. Ладно, так что с этим я тебя тоже могу поздравить. Ликвидировать этого жуткого Майка Курка и спасти от зеков наши припасы. Мы этого не забудем. Мы у радиомачты, но тут на себе снаряга. Ты что, работал с ней еще до того, как все это дерьмо началось? Тренировался на службе у дяди Сэма, пока не ушел в частный сектор. Я тебя могу научить. Выбирай, что нравится. Загрузка шифрованного сообщения. После того, как меня задействовали, я получила сведения о том, что несколько агентов первой волны работали вместе в Нижнем Манхэттене. Но от них давно ничего не слышно. Они одни из тех немногих, кого мы знаем поименно. Нужно выяснить, живы ли они. И если нет, наш... задумывались о том, что будет, когда все это закончится. Я могу вам помочь. Я и сам мечтаю об этом. Ведь ты из спецотряда, да? С вами Рик Валерий. Честно скажу, уж прости за откровенность. Выглядишь ты потрясно. Ну, то есть ты вообще потрясающая личность. Ну, настоящий агент спецотряда. Для меня это честь быть твоим информатором. Как что наклюнется, я тебе сообщу. Возможно, это случится завтра, на следующей неделе или через год. Кто знает? Уж точно не я. Но рано или поздно это непременно произойдет. И когда это произойдет, я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня. Если этот подкаст что-то для вас значит, если он помог пережить долгую ночь, когда вам был нужен дружеский голос, вы за обновками? С некоторыми моими теориями, если я вас так разозлил, что заставил вскочить на ноги и сражаться за жизнь яростнее, чем прежде, если так было, тогда вы должны кое-что для меня сделать. Что именно? Это очень просто. Когда все закончится, чем бы это кончилось, я прошу только одного. Сформулировать все это пока. Мы у радио. Одна из наших главных задач — наладить на Манхэттене связь.
Батальона с этим все зашибись. Они захватили вышки мобильной связи, СВЧ-связь, даже точки доступа Wi-Fi. И нам давно пора наверстывать упущенное. Я отправил в Кипс-Бэй группу техников с заданием обустроить там базовую станцию, которая позволила бы нам подключиться к каналам связи батальона. Точка всем была хороша, но потом туда заявились беглые зэки. Если кто-то из моей команды еще жив, может, понянчишься с ними, пока они не закончат работу. Внимание! Ты почти на месте. Мачта связи, которая тебе нужна, находится на крыше. Она огромная, ни с чем не спутаешь. И поищи, нет ли там техников ОТГ. Где один, там небось и другой. Внимание! Обнаружен противник. Так, что там зажглось? Похоже на антенну. Проверим силу сигнала. Похоже, кто-то из инженеров триангуляцию проводит. Это перебор, но такой перфекционизм даже к лучшему. Еще один. Мужик, который тестирует сигнал на крыше в Нью-Йорк во время апокалипсиса. С таким бы я выпил. Давай дальше. Мачта, похоже, в хорошем состоянии.
Что там зажглось? Похоже на антенну. Проверим силу сигнала. Похоже, кто-то из инженеров триангуляцию проводит. Это перебор, но такой перфекционизм даже к лучшему. Thank you.
тревогу. Спасибо, спасибо. Что, остальные все погибли? Слава богу, передатчик цел. Эй, эй, кто-нибудь меня слышит? Это Джон Риз. Черт, что я делаю? Мне надо... Надо отсюда выбираться как можно скорее. Пока. Риз, это Пол Ротс. Нам нужно починить эту антенну, и ты только что вызвался добровольцем. Понял меня? Да понял, но это же нелюди какие-то, они убьют нас. Джон, Джон, сделай глубокий вдох и вспомни, что ты мужик. Как вспомнишь, доделай свою работу, черт побери. Ладно, ладно. Внимание! Противник! Порвите этих козлов! Иди вот сюда! Бей, хакер! Выдавим их! Кто-нибудь меня слышит? Это Джон Риз. Черт, что я делаю? Мне надо... Надо отсюда выбираться как можно скорее. Пока. Риз, это Пол Ротс. Нам нужно починить эту антенну, и ты только что вызвался добровольцем. Понял меня? Да понял, но это же нелюди какие-то, они убьют нас. Джон, Джон, сделай глубокий вдох и вспомни, что ты мужик. Как вспомнишь, доделай свою работу, черт побери. Внимание! Противник! Всех собираю!
настрой так, чтобы меня не подстрелили. Пожалуйста. Внимание! Противник! Внимание! Противник! Поступил с тобой по-свински, это да. Но все уже позади. Подключение есть, связь работает. Противников в твоем квадрате нет, и мы высылаем за тобой отряд. Ты как, живой? Вроде бы. Спасибо. Вы спасли мне жизнь.
работал с ней еще до того, как все это дерьмо началось. Ни хрена себе. Я тебе скажу, что может заставить меня уйти отсюда. Голод. Где еда, туда и люди тянутся. Видимо, именно поэтому батальон решил загробастать себе наши припасы. Может, у них тоже еда кончается, но это же не повод воровать у нас. Необходимо что-то предпринять. Агент, у нас тут есть запись, где обсуждается один очень интересный альянс. Внимание, приближается противник. Противник. Приближается противник. Приближается противник. Приближается противник. Тебе должное. Копы, которые тут раньше жили, должны просто сгореть со стыда. Ты выполняешь за них их работу.
Я приветствую представителей правительства США в Манхэттене.